Всем привет, с вами Кононова Аня, проект Faberlic Online. В этом видео мы с вами поговорим о такой программе, как программа Faberlic Club. Где бы вы ни находились, на какой страничке официального сайта Faberlic, вы всегда можете увидеть вот такой вот конвертик. Такой вот кошелечек, вернее, и в этом кошелечке у вас копится накопительная программа Faberlic Club. Давайте же в него пройдем. И тут вы видите подарки, которые вам доступны в страницах, да. Подарки бывают дорогие, да, подороже, и подарки бывают побюджетнее. А что это означает? Это означает, что если вы в прошлом каталоге сделали заказ какой-либо, то он весил баллы. И эти баллы пересчитываются на бонусы на следующий каталог. То есть, допустим, сейчас идет каталог 12, а в 11 каталоге я сделала заказ, да, и у меня пересчитались бонусы. Итак, сначала, конечно же, можно посмотреть правила программы, а потом мы посмотрим, как забрать свои бонусы. Вот, в принципе, и вся программа, да, то есть мы совершаем покупки с выгодой, заказываем продукцию Faberlic и накапливаем призовые бонусы в своем электронном кошельке и обмениваем их на подарки из специального каталога. Специальный каталог – это и есть вот этот вот конвертик сверху. Да, вот он на любой страничке сайта. Один бонус равен 1 баллу личного объема. Если в прошлом каталоге вы сделали заказ на 10 баллов, то в этом каталоге у вас 10 бонусов. Если в прошлом каталоге вы сделали заказ на 50 баллов, у вас в этом каталоге 50 бонусов. За один период вы можете накопить не более 150 бонусов. То есть, если вы сделаете заказ на 150 баллов, у вас будет в следующем периоде 150 бонусов, если вы его оплатите весь до конца каталога. Стоимость подарков идет от 5 бонусов. Забрать эти подарки можно, если у вас накопилось 15 бонусов, вы можете обменять их на один или несколько подарков при оформлении заказа от 1000 рублей в ценах каталога без учета автозаказа. Если вы проживаете в другой стране и вам непонятны суммы, которые я называю, то вы можете также в своем личном кабинете, зайдя по своим логинам, паролям, зайти в этот кошелек и в этом уже кошельке вы можете пройти в правила программы и посмотреть все в ценах вашей валюты. Да, то есть за один период мы можем набрать не более 150 бонусов. И также эта накопительная программа у нас с вами копится. Копится она, если мы с вами делаем ежекаталожные заказы. Вот судя по этой табличке, поставьте на паузу, посмотрите. Вот, она копится, если вы делаете каждый каталог заказ. Да? Например, в первом периоде у вас ЛО 10 баллов. Значит, на второй период они у вас эти 10 баллов начислились. Во втором периоде вы сделали ЛО на 15 баллов. Значит, у вас 10 плюс 15, если вы их не потратили, получается 25. Если вы их не потратите и не сделаете заказ, у вас сгорают предыдущие. Если опять не сделали заказ в четвертом каталоге, у вас и те сгорают, которые вы делали в первом каталоге. Вот, в принципе, вот таким вот образом они у вас будут исчезать, смотря сколько каталогов подряд вы делали заказы. То есть, я думаю, с этим все понятно. Но эту программу можно восстановить в любое время. Если вы первый раз, к примеру, за 4 месяца с момента регистрации, да, во второй раз, вернее, оплатили заказ какой-либо, да, допустим, забрали акцию возвращения в бизнес и так далее, да, то у вас эти бонусы всегда будут вас ждать или сгорят по итогам каталога. Вот, то есть это такая вот классная, классная вещь, которую можно, вы знаете, очень хорошо на ней, грубо говоря, заработать в дом с помощью экономии, потому что ни в одном магазине вы не получите скидку 20%, и вы не получите столько подарков, да, причем маленькие заказы. Итак, давайте же смотреть. Для того, чтобы нам забрать заказ, нужно сделать заказ 1000 рублей в ценах каталога. Ну, к примеру, я захожу в раздел «Косметика» или листаю каталожек, да, то есть он вот в этом вот месте, да, и могу взять на 1000 рублей любую продукцию, да. У меня скоро день рождения будет у моей сестры, и она любит вот такую вот
воду, да, бьюти-кафе. И, конечно же, я для нее возьму набор бьюти-кафе «Каприз», да, то есть он идет 740 рублей. И у меня у мужа кончился дезодорант антиперспирант. И я мужу тоже возьму его, да, то есть можно помечать, кстати, в корзинку избранного, ставить сюда сердечки, и она у вас будет вот в этой вот корзиночке, да. И когда я захожу, допустим, в эту корзиночку, если я что-то сердечком пометила, эти списки отсюда не исчезают. Вот, кстати, мне надо вот эту вот полоску, обязательно надо, потому что они у меня закончились. Вот, я добавляю в корзинку. В корзинке я уже могу поменять количество продукции. Да, то есть тут у меня, как вы видите, мои любимые продукты, это как у хозяйки, это наши экологичные средства. Вот. И вот у меня еще закончился коралловый кальций, да, он очень полезен, он идет для кондиционирования питьевой воды. И когда вы проходите уже в свою корзинку, вот у меня три наименования, да, то вы видите, что я взяла как раз, да, на ту сумму, которую нужно, даже перебрала немножко, но этих полосочек мне надо 6 штучек. Вот, я их поменяю, и мы пойдем дальше. Продолжаем оформление заказа. Нажимаем эту кнопочку. Баллов 14. Да, как вы видите, 14 баллов, да? Баллы 15, да? То есть, когда мы с вами увидим вот эти вот 15 баллов, то это значит, что 15 бонусов нам начислится на следующий каталог. И тут мы уже можем сейчас выбирать из корзинки. То есть, я открываю ссылку в новой вкладке, нажимаю те подарки, которые я бы хотела забрать, да? То есть, ну, я сразу нажимаю примерно пятую страничку и выбираю то, что мне нужно, да? То есть, я вот эти салфетки всегда беру. По 3 штучки специально, ну, я в этот раз возьму 2, нажму «Получить подарок», да, то есть я постоянно беру в подарок перчатки для экспресс-маникюра, они мне очень нравятся, я их тоже возьму пару штучек, нажимаю «Получить подарок». То есть это первый способ заказать подарки, да, то есть они у вас сразу же будут отображаться вот тут вот в корзинке, или вы можете перезагрузить вот эту вот корзинку, да, сейчас я ее перезагружаю, и она у меня обновится. Далее смотрим с вами, еще есть одна фишечка, где вы можете уже выбирать очень удобно, да, то есть если вам не нужны каталоги, удаляете, если нужны каталоги, увеличиваете их количество. Далее у нас с вами идут бонусы за покупку, да, то есть вот такие вот у нас идут разделчики, и разворачивая раздел, мы с вами видим вещи, которые нам нужны, которые нам не нужны, да, то есть тут я, как вы видите, выбрала по программе бонусы за покупку. Из каталога я выбрала свой любимый шампунь, который действительно нравится мне и моей свекрови. Потом я могу посмотреть ликвидация коллекции эмоджи, да, то есть посмотрим с вами, да, то есть есть такая вот распродажа, да, тут трикотажная толстовочка, 56 размер, но это нас не интересует. Так, далее, значит, можно посмотреть каталоги, какие вы хотите свернуть, развернуть, и вот она фишка, доступна Фаберлик Клуб. Ну и давайте смотреть с вами, да. Нажимаем то, что мы уже взяли, тут светится, но мы еще можем нажать «Выбрать товары», и еще можем, к примеру, когда мне неохота листать, я могу нажать, допустим, когда списки товаров прогрузится, я могу нажать, к примеру, «Маска». Я нажимаю маску, и вот тут вот они у меня выходят, да. Я очень люблю маску «Скульптор» для лица, шеи и декольте, да, то есть я ее всегда беру. Вот, она мне очень нравится. Она идет 80 бонусов, она дорогая такая, да. И нажимаю выбрать. И потом, значит, я еще люблю носочки для экспресс-процедур. Вот носочки вообще, вот это для педикюра, я просто от них без ума. Мне не очень нравится, я их могу брать подолгу, помногу, потому что мы их делаем всей семьей. Так, носочки, да, нету пока что носочков, да. Так, носки, спрей. А если так, нету, да, очень жаль.
Нету носочков, да? Угу. Ну ничего страшного. Иногда бывает, что этой продукции нет наличия, тогда я выберу еще какую-нибудь маску. Да, то есть выбираю маска. Так, маска. И вот тут вот смотрю, да, то есть альгинантные есть маски, крем-маска для рук, маска для ног, маска для глубокого восстановления, это для волос. Вот, я буду выбирать. Так, маска для возрастных волос. Ну, она мне нравится, но у нее не очень-то и хороший аромат, если честно. Да, и вот тут вот где-то она есть. Так, не выбралась, да, почему-то. Ладно, ну ничего страшного, можно выбрать вот любой лак для ногтей, да, к примеру. Нажимаете единичку, нажимаете и нажимаете выбрать. Когда вы выбрали, вы видите все свои подарки, которые вам добавлены, и нужно обязательно нажать кнопочку «Применить изменения». Вот такое у нас с вами сегодня было увлекательное, очень подробное путешествие за подарками, да, то есть, ну, в магазине такого нет. Это 100%. Ну и давайте смотреть, да, бонусы 20, на складе сколько штук и количество, да, то есть мы с вами видим, что я взяла лак, маску, да, то есть я могу тут ее добавить. Если бонусов хватает, то я могу ее добавить. Я могу что-то удалить, вдруг, если мне что-то не захотелось, да, то есть и снова нажать «Применить изменения». То есть таким вот образом. Эту маску я люблю и уважаю. Значит, бонусы за покупку сокращаем. Да, то есть Faberlic Club списки товаров у нас с вами идут. И далее, значит, смотрим. Вот у нас баллы, да, количество, цена. Да, то есть 2 рубля я заплатила за две маски. Да, то есть, ну вот, считайте, 6 рублей у меня получается 6 подарков за 6 рублей. Вот. Тут я уже взяла шампунь по распродаже, вот пока он есть, да, и мне еще вложили каталог, и вот мой, в принципе, заказик. У меня получилось 16 баллов, да, 16 баллов на 1425 рублей. Я считаю, что это здорово, это классно покупать у себя в интернет-магазине, потому что по цене каталога было 1911, да, а заплачу я 1425. Это, во-первых, да, то есть на кассе в магазине нам никто с вами не пробьет скидку 20%, абсолютно никто, и, конечно же, не подарит подарки, да, то есть вы можете брать подарки. Далее, когда вы нажимаете «Продолжить оформление заказа», вот, у вас уже встает конечная сумма, у вас уже есть, куда вам привезут, в какую точку обязательно смотрите, когда вам привезут заказ, да, сколько будет весить ваш заказ и куда вы можете позвонить, чтобы спросить, пришел ли ваш заказ, чтобы, не дай бог, зря не бегать. Да, то есть тут мне уже выписывают чек, делают оплату доставки, и я уже могу нажать «Утвердить заказ», да, таким вот образом. Ну что ж, дорогие коллеги, с вами была Коннова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео. Видео получилось длинным, но напишите, пожалуйста, удобно ли вам было посмотреть, пожалуйста, мне под видео напишите, удобно ли вам было его смотреть, и, может быть, что-то я вам не досказала и вам не совсем понятно, я тогда видео обязательно пересниму для вас. И заранее спасибо за обратную связь.